Сокол, беркут, ястреб относятся к отряду дневных хищных птиц. Большинство хищных птиц плотоядны. Они питаются млекопитающим, птицами, рептилиями, амфибиями и рыбами. Хищные птицы имеют присущие только им особенности. У них могучие крылья, мощный клюв, загнутые когти, острое зрение. Могучий беркут нападает на лисиц и даже на волков. Сокол балобан охотится на птиц. Пернатые хищники вылавливают обычно больных и ослабленных диких животных и тем оздоровляют популяции. Они уничтожают грызунов, вредителей сельского хозяйства. Одна семья пустельги или конюка вылавливает за лето до 1000 мышей и полевок и сберегает нам около тонны зерна. Приносят пользу и птицы. Грифы, сипы, стервятники питаются трупами погибших животных и этим препятствуют распространению опасных болезней. Большая редкость в поведении птиц – использование орудий для добывания пищи. Стервятники, например, разбивают прочную скорлупу страусовых яиц камнями. Беркуты, сипы и бородачи селятся в неприступных местах среди скал. Но большинство хищных птиц строят гнезда на высоких деревьях. Вековых деревьев становится все меньше и меньше в наших лесах. Крупным птицам негде гнездиться, ведь гнездо беркута может весить больше тонны. Всего в нашей стране обитает 50 видов дневных хищных птиц, и все они охраняются законом. А особо редкие виды занесены в Красную книгу СССР. Это могучий орел-беркут. Истребитель сусликов степной орел, обитатель гор бородач, скопа, который питается только рыбой. И самая быстрая птица в мире сокол сапсан. Спасти от истребления хищных птиц помогает надежная охрана гнездовий и благожелательное отношение к ним человека.